человекования Раугазе, капитан полиции, жена майора полиции именно Ахметбекова, арестованного по ложному, сфабрикованному обвинению и посаженного в тюрьму на 3 года. Я обращаюсь к международному сообществу с просьбой защитить меня от преследования руководства МВД. Дело в том, что 10 месяцев я в прессе защищаю своего мужа. После того, как я в прессе стала защищать своего мужа, за мной и моей семьей последовали гонения. Гонения были вначале, давление оказывались на моих детей, а именно обвиняли их ложно в том, что они не делали. А сейчас руководство МВД мало того, что угрожает мне по телефону расправой вплоть до увольнения из органов МВД как офицера, но и присылает мне угрожающего характера телеграммы, что является полным подтверждением преследования моей семьи и нарушением моих конституционных прав. Телеграмма имеет такой характер, что я, как офицер полиции, не имею права защищать своего мужа, а именно обращаться в те или другие органы власти путем прессы. Прошу вас, обращаясь к международному сообществу, прошу вас оградить, прошу я вас, оградите меня от преследования руководства МВД, так как моего мужа они уже посадили в тюрьму. Я не понимаю, они что, хотят и меня посадить? Моих малолетних детей оставить и без матери? Спасибо.